приехал на работу, в общем. Сижу, жду клиентов. Никто еще не приехал. Вот. Это одежда сегодня будем снимать. Пуховики какие. Ребят, всем привет. В общем, сейчас буду делать нереальный трюк. Вот матрас. Вот я. Камеру цепляю сюда и прыгаю. Не знаю, после такого выживу ли я. Я надеюсь, в меня все верят. Сейчас я вот прикручиваю и делаю это ради вас всех. Что, ребят, вы готовы? Погнали. Вышел я с работы, тут такие машины стоят, жесть сейчас сниму. Бэха матовая, Елик зеленый. Мы пошли в Stone Island, я пойду куплю кофту себе в Stone Island. Да по-любому не куплю. Просто посмотрю, короче, и уйду. Да, мы... Ой. Тебя кинули. Ну все, мужики. Мужики что-то пьяные. Все, получается, сейчас снимает, да? А вот так я почему-то не умею сниматься. Я когда сам себя снимаю, мне изи. Вот, я иду. Ой, как громко. Такой ты красивый. Привет. Блин, я бы хотела потискать. Покажи вон мужику. Это не снимай, когда курю. Бля, как красиво на камере это все смотрится. А ну, всегда через маленькую камеру лучше смотреть, чем через большую. Да, такой дизайн, ну просто Кавасаки, да? Настоящий. Ехал. Это аппарат. На встречу приезжаю с хозяином, там такой Боров, Туша вышел. Я ему говорю, Боров, Туша, прижми уши. Не, кстати, по итогу паренька нормальный. Не, парень, конечно, нормальный, но пиздобол еще тот. Острый рыжик. Где? Вон он. А, все. Вот. О, рыжик. Ать, летающий, блин. Ребят, всем привет, сейчас я покажу, куда трачу свои деньги. Мужик, ты реально круч. Гуд, пойдемте, ребят. Так, я вот собираю сынишку на 1 сентября. Что думаете, мой мальчик будет самым модным в школе? Нормально смотрится. Не, ну сейчас, слушай, ну хорошо. Ну, повертись. Запрети мне носить Stone Island, в нем я скала, в нем все меня боятся. Запрети мне носить Stone Island, что ночью, что днем, все меня боятся в нем. Запрети мне носить Stone Island, в нем я скала, в нем все меня боятся. Запрети мне носить Stone Island, что ночью, что днем, все меня боятся в нем. Ты с меня не снимешь этот патч, я в нем школу, я в нем на матч. Ты с меня не снимешь этот патч, я в нем школу, я в нем на матч. Ты с меня не снимешь этот патч, я в нем школу, я в нем на матч. Ты с меня не снимешь. Всем привет. Мы решили поехать в аутлет, и это возле аэропорта. Мы решили прокатиться на Маглеве. Маглев? Вот, Маглев тикет центр. Сейчас мы купим тикеты. Вот вам и Маглев. Привет. Смотрите, приехали куда?
Вау, тут так красиво. На деле винограда. Вот, это я разыграю. И трем подписчикам случайным розыгрыш. Раз, виноград. О, привет всем. И добрый вечер, и добрый день, и доброе утро. И я разыгрываю Nintendo Switch, которая у меня лежит не по случайности в этом кармане. В Nintendo Switch установлена игра Animal Crossing. Все знают такую игру, да? И вот она здесь уже есть, загружена. Упала лапка. Ну, это насадка специально, чтобы удобнее играть. И вы можете получить Nintendo Switch совершенно бесплатно, всего лишь выполнив условия, которые находятся вот там. Нет. В описании этого видео, которое вы сейчас смотрите, и заходите, подписывайтесь на туда, сюда, и там еще будут какие-то условия. В общем, поехали дальше смотреть. Пинат баттер милк стар. Пинат баттер милк стар. Пинат? Да. Орехисов масло милк стар. Не могу пиво найти что-то. О, барона. Это все просто. Да я просто не выебываюсь. Я. Да, кстати. Ты, кай, Сессия. Бай-бай. Вот такие вот милые люди. Вкуснятина, попробуй. Топ. Ты жалеешь, что нельзя? Я очень жалею. Ёбаный в рот, блядь, чуть не убился, чуть не убил меня. Шпинат с баттером. Да. Я намазала баттер на свой авокадо тоже. А я пошли бразер кебаб. Просто подсаду вот туда. Я буду в шаверму. This one with falafel. Korea, okay. And this one. Дорогая, ну это бразер кебаб. Бразер кебаб. Я вообще люблю бразер кебаб. Мне вот тут у них такая офигенная веранда. Следующий кадр, как я уже ем. А вот нам и принесли охуевший хавчик. Охуевший. Музыка твоя. Следующая песня «Песня рыбы» в Беловежской пуще. Правда? Да. Ты врешь. Не надо. Fire coming out the pipe, looking like some lightning. In that 4-4 door, what a couple fights. Let me see if I can roll it blunt while I'm driving. Let me see if I can drop the top while I'm riding. Всем привет. Мы пришли в кафешку. Достаточно приятное заведение с приятными кирпичными стенами. Вот так оно выглядит. Это 3 этажа вниз, мы туда. Мы считаем, на веранде сидим сверху под крышей на мансардный этаж. Короче, мы ждем нормальную еду, охуенный хавчик. Сейчас мы заказали, уже нам принесли камбучу с маракуйей и Кристине с папиносом. Зачем? Миксед фрут. А у меня с этим. С яйцами, личинками. Сейчас принесут, я покажу, что принесут. Ладно, сиди, ковыряй козырю. Я не целый день, кстати, козырю ковыряю. Я вообще не люблю, нет. У меня просто дышу, вот эта тайская штучка. Дышу. Да? И работает? У меня просто полный нос козырю. Но у меня из этих студий на работе сухой воздух, у меня полный нос козырю. Вот, жух. Так что ж, принесли вот паста. Вот так. Это паста Ник. Как это называется? Глютен. Да не надо ты говорить это слово в моем. Паста без глютена. Вообще, причем здесь это не надо на это акцент делать. Причем здесь глютен, не глютен. Я, блядь, просто ненавижу этот ебаный глютен. Да пошел он нахуй, сука, никогда не произносите при мне это слово. Сука, блядь, нахуй глютен, ебаный а-а-а. Это цукини паста. Цукини паста с авокадо. Это пицца с соломоном.
Это, ну это все. Сейчас будем пробовать. Пробуй пиццу. Прямо камеру? Да, первое впечатление надо впечатлить всегда. Я решил фудблогером стать. Что ж, я пробую. Сейчас прожили. Ну, пальцем покажи. Вот. Очень интересно. Что ж, Каре, видимо, понравилось. Она говорит, очень интересно. Что ж, я буду пробовать пасту. Тебе снять, как ты пробуешь пасту? Вот. Карманы, ты Как тебе, в общем, хавчик? Одним словом. Охуенный. Ну, мы просто будем... Как называется кафешка, куда людям идти? Итак, сейчас я повторю. Кафешка называется All Meals Bakery. Это, их есть две в Шанхае. Мы вот здесь напишем адрес. Вот. Кто мы-то? Я. Тягомотина. Так, всем привет, здрасте. Я закончил работать, настроение сразу поднялось. Был такой злой пиздец. Еду я, в общем, сейчас в метро на велике. И я очень далеко от своего дома. 16 станций на метро. И после этого мы все с агентством идем в бар. В бар идем пить пиво. Ну, еще что-нибудь пить. Вот. Вот такая вот история. На улице как в аниме, сейчас покажу. Как в аниме прям. Не, видно. Короче, это сейчас я очень далеко, а следующий кадр я покажу, как я уже, наверное, в центре, в баре. Все. Yes, it's walking. Yes, it's walking. It's walking. One, two, two, three. 这个西瓜越来越大。那个。 And my 那个 face dial, you know. 恭喜你。 恭喜你啊，你发财哈！恭喜你，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜发财！嘿，恭喜恭喜，红包掉出来啊！哎呀，it's I can make you feel the culture of a fucking is fucking. Help me！ 恭喜你，伟大的人，更高的兄弟。 Why she still work in model booker? I used to go to the rapper.
We have, oh, yeah. No, my you're God. A vlogger. Huh? I'm not vlogging. But it's not like that. Nobody will know me. I'm not a famous. Video. It's amazing.